Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам рассказать, как буду пикировать растения, которые выросли у нас на аппарате «Чудо-грядка», который вы можете приобрести в нашем интернет-магазине «Татьянина грядка». Растения уже достигли такого размера, что их хорошо бы было пересадить в горшочки. И сегодня мы этим займемся, я вам покажу, как я буду это делать и что буду при этом использовать. Я беру горшочек. В горшочке есть отверстие, чтобы лишняя влага могла уйти из горшочка. Засыпаю туда грунт, который приготовила заранее. И ставлю в лоток, который тоже имеет две емкости, одна с сеточкой, чтобы скопившаяся лишняя вода могла проникнуть дальше и не скапливаться на поддоне. И также наполняю следующий горшочек и приготавливаю для того, чтобы пересадить туда растения. Использую я совочек фирмы «Зема», который также вы можете приобрести в нашем интернет-магазине «Татьянины грядки». У нас имеются в ассортименте много разных вариаций и совочков. Сейчас я буду пересаживать наше растение в горшочке. Я использую ложечку, делаю углубление, так как у нас есть губочка, а в губочку мы вкладывали торфяную таблетку, которая также входит в комплект «Чудо-грядки». И эта торфяная таблетка вместе с растением опускается в землю, и я присыпаю. Она остается в земле, и подсыпаю земли, так чтобы хорошо зафиксировать наше растение до листочков. Чтобы хорошо его зафиксировать. И перехожу к следующему горшочку, к следующему растению. Тоже убрал. Хорошо фиксируем наше растение. Я использую ложечку, чтобы иногда вместо совочка, чтобы добавить, если мне нужен маленький объем, это достаточно удобно, чтобы зафиксировать растение. Предлагаю вам угадать, что за растение я пересадила. И перехожу к следующему растению. Также с торфяной таблеточкой. Вот оно дало корень. Сейчас мы освободим. И так и поставим. Оставляю его в торфяной.
немножко над таблетки. Ложечкой подсыплю недостающие земли. Ну, в общем, я пересадила часть растений. Осталось только полить наши растения. И для полива я также буду использовать аккумуляторный опрыскиватель фирмы Zemo. Мне он очень нравится, поскольку он очень удобный. Он имеет и такие ушки для того, чтобы его подвесить на плечо, если ходить, допустим, по теплице. Ну, а дома я просто могу регулировать. Я могу и отрегулировать и полив, и струю, и распылить. И мне очень нравится этот опрыскиватель. Рекомендую. Также могу сказать, что он имеется у нас продажи в нашем интернет-магазине «Татьянин грядки». Очень хочу еще рассказать про удобрение фирмы Омикс. Это Омикс 3Х. Его я буду сейчас использовать до появления первых плодов. Когда появятся плоды, я буду использовать Омикс, но только другой, и расскажу про него позже. Огромное вам спасибо, что были с нами, что поддерживаете и смотрите наши обзоры.